Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Тому, кто прочтет хотя бы одну букву из книги Аллаха, запишется одно доброе дело, а за каждое доброе дело воздастся десятикратно». И я не говорю, что алиф, лям, мим – это одна буква. Нет. Алиф – буква, лям – буква, мим – буква. И более того, он, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто читает Коран, являясь искусным в этом, будет с благородными и покорными писцами. А тому, кто читает Коран, запинаясь и испытывая при этом затруднения, уготована двойная награда».